Своим ходом никто. Ты пешком? Ни с начальства никто не пришел. Ни один администрации не пришел, не сказал, что вам надо. Нет. Вот депутат принес, вот соседка принесла пожрать, и все. Нам не надо ничего такого. Но было все, и остаться вот, как говорится, в одних трусах, в одной, это, и вот в этой теплой, и все. 75 лет я остался без крова, над головой. А вам кто все-таки помог или прям вот никто, лично? Никто, да, Я уже сказала, где по улице Красной конкретно сказали, вот адрес такой-то, люди, пожалуйста, можете обратиться, где-то переночевать, где-то получить хоть бутылку воды или чашку супа какого-то. Никто, мы остались, мы бомжи. Хорошо, у нас друзья, мы понимаем, что не мы одни пострадавшие. Сейчас речь идет не о сотне, а тысяч пострадавших. Но почему-то действительно никто не пришел, никто не спросил. Потому что люди сами помогают друг другу, спасают себя, как Мюнхгаузен, что называется. Кто как может. Вот Оля здесь и днюет, и ночует, вы знаете, это ночует воды до сих пор. Поэтому мы не просим многого, просто пусть уже правительство воспримет нас не как источник своего дохода, а уже подумает о нас и поможет. И не по 20 тысяч человека, да? Разговор шел, я не знаю, точно не могу сказать, потому что мы, но такими стихотворными суммами это даже стыдно.